папа, как вы познакомились? Ну, папа за мной долго ухаживал. В смысле долго? Ты же мне в тот же вечер дала. У меня еще тогда жених был, я его из армии ждала. А че это ты тюрьму армией называешь? Один раз мы поругались, и твой отец по пожарной лестнице залез ко мне на балкон. И как втащил ей? Настоящий мужчина. Ой, как вспомнил, ухаживал, цветами их задаривал. Ну да, я ж к ней мимо кладбища ходил. Я его когда с родителями знакомила, он так понравился маме. Совпало, я трезвый был. Папа за меня с хулиганами дрался. Ага, нехер было им кричать, эй, пидора. Я, конечно, друзьям твоего отца не сразу понравилась. Я им потом пивка купил, все нормально было, нормально. Первый поцелуй, не помню, в говно было. Я тем более, ты че? Вот так и познакомились. Серьезно? Когда? Вера, ты отчеты за месяц сделала? Я забыла. Ладно, я сам сделаю. Ты отчеты сделала? Ну, почти. Я просто... уволена. Простите, а можно в пятницу чуть раньше с работы уйти? А работать кто будет? Я? Дядя Петя? Тетя Мотя? Кто? Скажи мне, а? Здравствуйте, а можно мне на недельку в отпуск? Да хоть на месяц, слушай. Спасибо. Да, давай. Магнитики привези мне там. Девушка, проходите. Да, пожалуйста. Слушайте, ну, в общем, у вас неплохое резюме. Завтра можете уже выходить на работу. Спасибо. Да. Следующий. Значит, смотрите, мне тут височки прямые и немножечко тут убрать. Ну, слушайте, как получится, так и будет. Девушка, а можно чай зеленый? Да хоть красный, все равно черный принесу. Тамара! Добрый день. Ой, здравствуйте, давно не заглядывали. Чего денег не было, а? Нищеброд. О, у вас же шрам был, да? Ладно, что-то придумаем. О, сочинил уши мыть. Ну все, смотрите, какой урод получился, а? Нравится? Да, хорошо, спасибо. А у вас все инструменты чистые? Конечно. Может, что-то посоветуете? Давайте на лысо, вот к лету самое оно, Вы знаете, у вас волосы, как моя подруга. Что? Говорю, волосы жирные. Стой, там чуть плюс 6, надо шапки надеть. Точно, и шарфы. Да. Да. Вова, пошли гулять, там такая жара. Нет, мне нужно образование. Нет, подожди, сначала свадьба. Да какая свадьба? Сначала нужно на ноги встать, машину купить, квартиру. Я на работу. А я учиться. Вова, а пойдем на кухню пошалим? А пойдем. Пойдем. Посуду помоем. Точно, посуду нужно помыть. Вера. Сначала руки помой. Вова, вынеси мусор. Окей. Ты что, завис? 100 раз нужно подумать перед тем, как что-то сделать. Вера, держи комп. А зачем ты отходишь? Ну, близко нельзя, то зрение попорчу. Вова, смотри, какой классный телефон, купи мне. Угу. Ты что делаешь? Хожу, присматриваюсь. Ребята, у меня объявление, я на бухло не скидываюсь. Так, кто заблювал весь туалет? Я. И я. Ну, тогда и я пойду. Слушай, не знаешь, кто это? Не знаю, какой-то чувак. Чувак, ты кто? А меня никто не звал. Боже, какая отстойная музыка! Поддерживаю! Эй, красавчик, а пошли в комнату ее родителей? В которую нельзя? Точно. Пойдем. Лера, у тебя на кухне курят? Нет! Принято, дай зажигалку. Народ, там менты приехали, я уже всех сдал. Заходите, вот у нее наркотики, да-да, у нее, заходите. И он меня бросил, понимаешь, бросил. Ты даже не представляешь, как мне насрать. Я пошла тусить. Мам, пап, знакомьтесь, это моя Катя. Ой, Катенька, здравствуйте. Катенька, на кого ты учишься? На пиар-менеджера. Это что такое? Я не знаю, ну точно не слесарь. Молодец, Катенька. Да. Че ты расселся, поухаживай за девочкой, не позорь мать. А где Катька? С мамой на кухне. Огонь, баба. Ну, молодец. А как вы познакомились? На вписке. Какая вписка? Ты что, дурак? Это вечеринка. А, на бухаче, как мы с мамкой. Ну что у вас уже с ней было?
Не, мы только 3 недели встречаемся. А у тебя все нормально? Тебя петушок по утрам кукарекает? Так может это, за знакомство? Так мне нельзя. Ты что, уже это? Я за рулем. Невеста-то с машиной. Ух, чуть не обосрался. Мам, пап, мы решили пожениться. Пойду, бабушка, наверное, думала, не доживет. Сука, свадьба, сколько денег вы хотите? Алло, Саня? Нет. А кто тогда? Ну куда звонили? Представляешь, мне мой предложение сделал. Че, залетела? Ну да, других же поводов не существует. Ну как, вкусно? Пью через не могу. Здрасте, пиццу заказывали? Нет. Но раз принесли, давайте. Давай. А вы что, мутите? Нет, просто сосемся. Хочешь с нами? Тебе не тяжело? Нет, Ой, а вы следующий, да? Нет, просто под дверью стою, как дебил. Ну все, договорились, да? Завтра в 6 в парке, давай. А во сколько? Ой, а что там, холодно? Нет, просто люблю летом в шапке в шарфе ходить, я ж дебил. Спасибо тебе за эти 2 года испорченной жизни. Не за что, обращайтесь, я могу изменить вам в любой момент. Как это благородно с вашей стороны. Молодой человек, не сочтите за наглость, но что это за мадмуазель вам лайки ставит, а? А я и сам в душе не ведаю. Смотри, куда идете. Мадам, а не найдется ли у вас какой-нибудь сосуд, чтобы я его испортил? Рвотные массы уже на подходе, да? Сука. Что, простите? Сука. Что? Я говорю, сука. Помнишь, ты спрашивала у соседки моей собаки? Так вот, сука она, прикинь, отогрела кобель. Уважаемый менеджер Владимир, а не будете ли вы так любезны оказать нам всем услугу и покинуть наш коллектив? С превеликим удовольствием. Я ваши лица замечательные уже видеть не могу. Сил моих больше нет. Всем до свидания. Молодой человек, вы не будете так любезны встать с моей ноги? Я бы с радостью, но мне в задний проход чей-то зонт уперся. Девушка, а ничего, что мы застряли? Это не я. Я знаю. Мне Биг Мак и колу. Девушка, здесь нельзя Мак заказать. А пиццу? А, пиццу двойную. А вдруг он маньяк и хочет меня изнасиловать? А, простите, а когда вы нас достанете? Ну, 3-4. О, я как раз высплюсь. Вы допили кофе, да? Можно стаканчик? И отвернитесь, пожалуйста. Мы умрем! Мы умрем! Лифт поехал. Блин, завтра экзамен. Надо готовиться. Может, бухать? Давай. Видел? В 6-й комнате новые кровати поставили. Ой, ну новые, значит, наши старые покрепче будут. Привет, я тебя люблю. Завтра зачет. А, точно, да. Блин, так жрать хочется. Пойду к пацанам, к ним родители приезжают. А я Катькина борщ готовит. Привет. Ты за общагу заплатил? Да, за год вперед. Хочешь шаурмы? Одно на двоих. Каждому. Мы идем. Слушай, может поубираемся? А может перед выселением все сожжем? Ну че, как и хотели, поджигай. Пока. Здравствуйте, а у вас есть цитров... Короче, вот это, 2 ампулы. Вам как обычно? Боярышник, в долг. Дученька, а сколько эти таблеточки стоят? 2000, бабушка. Совсем охуели. А капли вот эти для ушей сколько стоят? 150. Сколько? 150! А? 150. Что? Здравствуйте, дайте, пожалуйста, 7 пачек подгузников, 5 килограмм смеси и снотворного. Сколько? Сколько есть? Давайте все. А можно мне, пожалуйста, лекарство от... От насморка? От запора. От...